Мама на работе? Тут тяжело сидеть. Не затыкайте скрышку. Тогда дальше проходите. Сестры. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселись овны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Благослови, Господи, будь милостив к нам грешным. Тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. Так, с Новым годом вас всех приветствую. Слышали, как Иоанн Златоуст говорит, нужно праздновать Новый год. Новый год можно праздновать. Но, слышали как? Тихо, батюшка говорит. Понятно было, нет? Да, ну вот так и празднуйте Новый год. Забыла? Без пьянства, без разного распутства, только в добродетели, в страхе Божьем. Вот, празднуйте, это всегда, говорит, нужно, каждый день этот праздник должен быть у нас. Так, ко мне какие вопросы? Я иду сейчас больных причащать и уезжаю. Сегодняшний день поезд отменили вечером. Нету, 31-го не пускают, потому что народу, говорит, мало, приходится на автобусе, мне 12 часов автобус. Батюшка, приедете когда? А? Приедете когда? Приеду 14-го. На 13-го. 13-го, 14-го. Старый Новый год, да? Старый Новый год. Да, старый Новый год. Старый Новый год. Так, ко мне какие есть вопросы? Здоровья, удачи. Да. Батюшка, у вас там машины не проходят уже? Все, снегоходы? Какие машины? Там снег до метра нанеслось. А чего же так много у вас снегу-то там? Ну, только нам надо. Ну хорошо, да, ладно. А где же более больше? Мне не отчитывайте. Ну ладно, все, благословляю. Вам не позвонили. Господь благословит, ангелохранитель вам будет. Понятнее, никогда не будет. Чтение толкования, сегодняшнее чтение. Детей подгонять надо, как стадо овец. Быстренько, быстренько. Давай, дверь то не открывают. Видел тут? Нет? Нет? Посмотри обязательно. Добрый не летите. Проходите, садитесь. Ребята, сюда. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. Толкование. Сперва изобразил родословие и, желая покрыть сию тайну, упомянул о муже Марии Иосифе. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Толкование. Не сказал, прежде нежели приведена была в дом к жениху, ибо она уже жила у него в доме, так как древние имели обыкновение охранять облученных в собственном доме, чему и ныне еще можно видеть примеры.
Так и зятья Лотовы по обручению жили вместе с ним в его доме. Так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Почему не прежде обручения она зачала во чреве? Бог не хотел, чтобы при самом рождении известно было иудеям, что Христос родился от девы, и чтобы дева пострадала от них. Впрочем, не смущайтесь, если сказанное слово для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших, дивных и знаменитых мужей. Если Христос и многое первоначально скрывал, называя себя Сыном Человеческим, если Он и не везде ясно открывал нам свое равенство с Отцом, то чему удивиться, если Он и сие прикрыл, устрояя дивное и великое таинство? Дивно то, что дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Если бы иудеи знали об этой тайне вначале, то побили бы деву камнями и осудили бы как блудницу. Если уже и в таких случаях, коих примеры часто встречались им еще в Ветхом Завете, они обнаруживали свое беспокойство и когда Христос изгонял бесов, называли его беснующимся. Когда исцелял больных в субботу, почитали его противником Бога. Хотя суббота и прежде часто была нарушаема, то чего не сказали бы, услышав, что дева рождает. Посему-то и представляется родословие Иосифа, и он обручается с девою. Если даже Иосиф, этот праведный и чудный муж, возымел помысел сомнения касательно девы, и многое нужно было, чтобы удостовериться ему в событии, если и для него нужно было явление ангела, видение во время сна и свидетельства пророческие, то как могли принять сию тайну иудеи, которые были лукавы и развращены? Посему и апостолы не говорили часто о рождении его, но о воскресении многократно возвещали. Даже сама матерь его не дерзала объявлять о сем. Посмотри, что говорит она ему самому. «Вот, отец твой, я с великою скорбью искали тебя». Евангелие от Луки 2:48. «Потому что, если бы сие последнее было заподозрено, то его не стали бы почитать сыном Давидовым, а от непризнания его сыном Давидовым произошло бы много и других зол. Посему и ангелы не всем сказывают об этом рождении». Объявили одной Марии и Иосифу. Когда же благовествовали пастырям о родившемся младенце, то не присовокупили, что он родился от девы. Так, когда Иосиф удостоверился, что она имеет в чреве от Духа Святого, то, устранив всякое подозрение, не только не отсылает ее от себя и не бесчестит, но принимает и оказывает ей услуги во время беременности и благоговейно чтит ее. Явно, что не будучи твердо удостоверен в зачатии по действию Святого Духа, не стал бы держать ее у себя и служить ей. Евангелие от Матфея, 1 глава, 19 стих. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Толкование. Здесь он называется праведным того, который имеет все добродетели. Иосиф, будучи праведен, то есть добр, кроток, истинен, хотя подозреваемая не только заслуживала обличения, но закон повелевал даже наказать ее.
Впрочем, Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего, то есть от стыда. Не только не захотел наказать, но не захотел и обличить. Признаешь ли всем мужа мудрого и свободного от мучительной страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Посему-то вполне знавший оную пророк сказал: «Ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Книга Притч, 6 глава, 34 стих. «И люта, как преисподня ревность». Книга Притчей, 8-6. Сразу запиши уже. Сдавайся. Мы знаем, что многие лучшие готовы лишиться жизни, нежели впасть в подозрение ревнивости. А здесь было подозрение, когда дева изобличилась ясными признаками беременности, но Иосиф был столько праведен и чужд страсти, что не захотел причинить деву даже и малейшего огорчения. Так как оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и представить ее в суд – значило предать ее на смерть. Но он не сделал ни того, ни другого, но хотел тайно отпустить ее. Он поступил выше закона, обнаруживая свою добродетель. Евангелие от Матфея, 1 глава, 20 стих. Но когда он помыслил это, и ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Толкование. Почему дева, слышавшая прежде от ангела благовестия, не открыла ему сего, и, видя обручников смущения, не разрешила ему недоумения? Почему и ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Для чего не сказал, говоришь ты? Для того, чтоб Иосиф не обнаружил неверия, и с ним не случилось того же, что с Захарией. Нетрудно поверить делу, когда оно уже перед глазами. Но по сей же причине молчала и дева, ибо думала, что не уверит жениха, сказавший о необыкновенном деле, а напротив, более огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Тотчас приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает ему оставаться в смущении наименованием предков, напомянув об обетовании, данном всему роду. Сказавший же «не бойся», показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, содержа в доме как бы прелюбодейную. Изрекши же имя Марии Девы, ангел не остановился на сем, но присовокупил «жену твою». Сим именем он не называл бы ее, если бы ее детство было растлено. Женою же называет здесь обрученную. Что значит принять, то есть удержать у себя в доме, ибо Иосиф мысленно уже отпустил деву. Ее, говорит ангел, поручает тебе Бог, а не родители, поручает жене для брака, но чтобы жить вместе с нею, вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее, Матерь Божия, ученику, так ныне поручается она Иосифу, ибо, говорит она, не только чиста от беззаконного смешения, но и зачала в чреве сверхъестественно. Посему не только отложи страх, но и возрадуйся.
родившееся в ней есть от Духа Святого, дивное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. Аминь. Я предлагаю пока детей не выводить, у меня тут интересная информация есть. Но эта информация уже устаревшая, в принципе. Это из интернета. На сайте «Православный апологет». Шокирующий документ. От 14 года, уже 3 года назад принят этот документ. В Страсбурге 25-29 июня 2014 года был подписан тайный международный меморандум. И он вступает в силу с 1 мая 2016 года. Полный текст этого меморандума в переводе с английского на греческий язык размещен 14 августа 2014 года и повторно опубликован в сентябре, 6 сентября 2014 года на интернет-портале. Портал здесь указывается, на каком портале. Суть этого меморандума сводится к установлению новой планетарной религии с новым типом общества, культурой, моралью, образованием, медицинским обслуживанием, а вернее сказать, проект полного переустройства церкви и общества. Создание антицеркви и общества государства Антихриста. Этот документ раскрывает причины происходящих ныне событий в Греции, России, доказывает неоспоримо связь в некий единый и прочный узел электронной идентификации, гомосексуализма, новой морали, образования религиозных реформ. В свете этого документа понятными становятся преобразования и в сфере духовного образования, а также причины столь поспешного созыва в Константинополе в 2016 году, в день Святой Пятидесятницы, Всеправославного Собора. Цель одна – разрушить православную церковь, превратить людей в скот. Видные патриархи, видные иерархи, которые подписали данный меморандум, если они в действительности подписали, в чем мы все же сомневаемся, поскольку среди них подписи таких истинных пастырей Церкви Христовой, как архимандрит Ефрем, митрополит Морфский, неофит, который является учеником святого старца Паисия Святогорца, а также митрополит Вострский Тимофей, то они проявили свое полное неверие в Бога, в Троице славило и поклоняемого, отреклись своими подписями от истинного Бога и уготовили себе вечные адские муки. Однако и мы это подчеркиваем. Мы не сомневаемся в том, что этот документ все же является реальным, полным к действию масонских сил, во многом разрушающих осуществляемые уже реформы в нашем обществе. Ну и здесь перечисляется, кто подписал этот меморандум. Текст меморандума в сокращенном варианте. Подписан в Страсбурге 25-29 июня 2014 года. Я не все, кое-что прочитаю. Статья 12. Поликультурное образование во всех учебных заведениях страны. Ну, дальше. Отмена религиозных праздников и национальных во всех учебных заведениях. Далее, статья 3. Ликвидация церковности учеников. Обязательное посещение синагоги и исламской мечети воспитанниками уровня школы демиотики. Отмена урока греческой истории. Практическая реализация курса сексуального просвещения на всех уровнях школьного образования. Отмена многих профессоров на разных уровнях образования и введение интернета. Электронная идентификация студентов. Введение электронных БАРОС, здесь имеется в виду лишь штриховые коды, либо что-то им сродное. Безопасности во всех школах и университетах. Преобразование образовательных учреждений и университетских заведений в места с сексуальной свободой. 11Е. Сексуальная свобода студентов. Реформа церковного богослужения, в частности, времени, расписания, зимний сезон, совершение божественной литургии по воскресеньям с 10 утра до 11.30, летний сезон, совершение божественной литургии в воскресенье после полудня. Удалить иконостасы из церкви. Введение икон по образу эпохи Возрождения, замена византийского менталитета. Введение музыкальных органов инструментов в церкви. Отменить обязательное ношение одежды клириков вне церкви от 15 августа 2017 года. Статья такая, 2, 2б. Удаление бороды и волос из духовенства.
Статья 3. Отмена бдения в священных храмах и монастырях. Удалить святые антиминцы. Удалить утреннюю в христианских православных церквах. Внедрение новых богослужений последовательно во всех христианских церквах. Введение праздников окружающей среды. Введение праздника для еврейского холокоста. Реформирование всех христианских праздников христианских церквей. Комментарий не пишет, какого вводится этот... Тут каждый пункт время указывает, с какого времени должно быть введено это. Удалить недоступность входа. Курировать единую христианскую церковь. Войти в ООН, который будет курировать единую христианскую церковь. С 15 июля 2017 года. Принять упразднение патриархии Иерусалимско-Александрийской, Антиохийской и Славянских патриархий, кроме Московской, с 5 января 2017 года. Останутся только три патриархии христианской объединенной церкви, то есть Российская патриархия, Римская патриархия и Константинопольская патриархия. Ну это пожелание сатаны, я так понял, да? Ну естественно, вот, так, я всегда, дальше не буду, но одним словом. У него всегда такие пожелания. Мы уже не раз слышали, что и вчера в проповеди говорили о том, что Иоанн Златоустый говорил, что близко время, да? А еще раньше апостол Павел говорил, что близко время. Уже 2000 лет прошло, и все близко. Но столь явных признаков пришествия, однако, в их время не было, как в наше время. И одним из проявлений вот этот тайный меморандум, о котором я сегодня упомянул. Если он, в принципе, реальный, я думаю, что сомнения очень небольшие у меня, например. А куда его набрели-то? Ну вот в интернете все можно найти. А болящих детей отпустим? Болящие, ну все те же болящие, кроме это Загуляевы все заболели. Старшие. Алексей, Наталья и Неонила, все больные. Ну а так никто как вроде не звонил. Я хотел сказать, Марина не успела сказать на том, там как раз у нас празднество было, она раньше ушла. Она в Москву поехала опять к тетушке, но уже прилетела, в общем, туда. И назад прилетит сразу после Рождества. Христова попросил помолиться. Спаси Христос, а нам путешествующие молились, что были многие опасности, помолились. Господь сохранил пути, и слава Богу, аллилуйя. Ну, сегодня брат Севастьян с нами, и вчера, и сегодня выздоровел, слава Богу. Кроме того, у него день ангела, так что ему пожелаем от Господа многое лето, чтобы он свою домашнюю церковь привел к спасению, как и себя. Многое лето, брату нашему. Многое лето, 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 многое лето. Спаси Христос. Помоги, Господи. Севастьян. День ангела у Севастьяна. Очень другого Севастьяна. Мартовского. Все равно. Мартовского. А, кстати, сегодня там в молитвах было написано, после молебна новогоднего нужно петь «Новое лето». Так что вот ну, на Новый год. Да, да. Ну, два раза споем. Да. Ладно, чего уж. Вы каждый еще о болящих. Главное, что не сегодня вспомнили, кто у нас не присмотрен. Все, наверное, присмотрели, да? Костя дома. Костя дома? Ну расскажи про Костю. Да попродробнее, а то все, кто у меня спрашивает, то я у кого-то. С самого начала давай. Он в командировке, ну как? Да хоть где был. Поехал по работе. Да. Но по работе, не по основной работе. То есть он поехал, поэтому на выходных это все случилось.
Вот, он отпросился, то есть на субботу-воскресенье, отпросился на понедельник и должен был в понедельник вернуться. Там задержался, потому что в Казахстане шли праздник Конституции, вот этого отсоединения от СССР, вот это у них большой праздник, 4 или 5 дней у них там были каникулы. Ничего себе. И он попал в эти праздники, никак не мог дождаться этого начальника, который вот должен был в воскресенье уже он выехать обратно. Я подходила, помните, просила помолиться, да, все, да. Он едет назад. А он говорит, я вот жду, там все гуляют, казахи, в общем. Пока он дождался этого начальника, он приехал, документы, все это там, в части. Поэтому он не поехал в ночь, он решил выехать рано утром, 4 часа утра. И только вот он выехал на пустой трассе, ехали на двух джипах рыбаки. И был небольшой поворот, того вынесла, это большая машина, кто знает, на Mitsubishi Pajero, ну, то есть очень такой танк большой, да, и вот, в общем, она его просто смяла. Там хорошо, что это не был серпантин, где горы, его просто вообще, там, где горы, он улетел далеко, вот, и все, они его там вытащили. Он сначала в шоке, он даже не понимал, где у него больше болит. Его в машину, в их машину посадили, завели, потому что было очень холодно. Было 30 градусов, помните, там мороз. Надо было. Вот, и дождались ближайшей машины, потому что нужно было же вызывать ГАИ, нужно было вот эти все схемы составлять и так далее. Или как у них там называется это в Казахстане. Поэтому эти машины не могли поехать. И ждали, ближайшая ехала, развозила хлеб, какая-то хлебовозка. Хотя казахи потом написали в больничном, что доставлен бригадой скорой помощи. Они вообще все написали ужасно неправильно. Да, потому что все они писали для своей страховой. Вот. И все, хлебовозка еще завезла хлеб в две деревни и привезли его в больницу. В больнице казахи тоже посмотрели на него, зашили раны, которые были открыты, кровоточащие, и тоже отпустили его вот просто. Иди. В чисто поле высохи. Да. То есть у него нет ни одного знакомого, у него нет ничего, кроме телефона. Вот он мне набрал смс-ку и все, и больше не отвечал. Я вот всем сразу разослала. Это было уже в 8 утра по нашему времени. Там маленькая разница. То есть пока довезли, пока зашили, пока все. И его увезли в ГАИ. И вот он, когда ему уже в ГАИ плохо стало, потому что было, видать, и сотрясение, и перелом, и были сильные боли в груди, он уже начал задыхаться, его увезли обратно в больницу. Увезли, и там уже уговорили, чтобы положили его все-таки в стационар. Они там без конца делали ему снимки, но в итоге все равно сказали, может быть, аппарат у них плохой. Я звонила с врачами, там казахи с акцентом говорят, мы тут не первый день работаем, все знаем, у него растяжение. Вот. И не дали ему ни костыли, ничего, наложили повязку. Лангету, которая сломалась. И, в общем, он пронаступал на эту ногу, но нужно же до туалета дойти, там, и все, ты не лежачий, у тебя растяжение. И в итоге, когда он приехал сюда, через неделю, у него уже было смещение отломков, у него пошел тромбоз в ноге, вот, там ангел-хирурга вызывали, то есть мы боялись вот этого тромба страшного, потому что знаю, что это такое. Трубы болели легочной артерии с смертельным исходом. Все знаете, как вот сломала ногу Гурченко, если такие примеры, да, у нее там в сломанной ноге, не от перелома же она умерла. Получается, тромб, он отрывается и мгновенно, да. Вот, ну, то есть и все, вот, то есть там назначили лечение. Вот он пролежал еще неделю у нас в больнице. И ему еще лежать, потому что он получал процедуры, физио, но так как праздники, физио, кабинеты, ничего, выходные не будет работать, ему его выписали. Сейчас он рассосался? Либо перезвони мне. Тромб, сказали, он не рассосется, через две недели будет контроль дуплекса. Выправили его? Назначили ксарелку, либо роксабан, и вот как бы дома через две недели контроль. Ангиохирурга вызывали из железнодорожной больницы на консультацию. Ну вот, сейчас он дома, у него боли, почему-то не стали ему делать остеосинтез, сказали, попробуем консервативно. Если вот не произойдет правильного приращения, хотя я не знаю, как оно произойдет, если произошло смещение, то будет тогда еще и остеосинтез, тогда и еще 6 недель в гипсе ходить. То есть вот это надолго песня вообще. Я ездила к нему на работу,
На работе там, конечно, недовольны. Вместо 3 подарков дали 2. Тем, что вообще, как бы, ну, всегда все недовольны. Это частный завод котельный. И мне там сказали, что никакой помощи ему не будет. Будет больничный лист оплачен из расчета. Из расчета того, что они отчисляли. А они отчисляли только вот с такусенькой зарплаты. Из расчета 127 рублей в день. Да. То есть там 4000 в месяц они ему заплатят? Нет, минималка заплатится. Нет, мне объяснили, а с минималкой, его минималка вот такая. Там, я не знаю, какую они подавали. Мы же не знаем, какие они там делают отчисления по бухгалтерии. Ну, это как бы не важно, ладно. Вот. Ну, все, дома. Все, слава Богу. Всех благодарю за молитву. Ну, спаси Христос. Ну, надо продолжать молиться, потому что вот этот тромб, это еще такая вот песня, она, да, не, и надо молиться, чтобы Господь... Короче, с переломом ничего непонятно еще, да? Я так понял. Опасность. Да. С переломом непонятно. Мне непонятно. Вот, я не знаю, что там разговаривал. Он сказал, чисто теоретически, да, может быть, потом понадобится все-таки операция. Хорошо. Это там перелом лодыжки, там какие-то отрывы, я не очень это понимаю. Так он кувыркнулся на машине, получается? Нет. Нет? Нет? Удар. Прибил. Да. Такой я удар там. Ничего себе. Лобовое. Да. Хорошо, да. Хорошо, да, еще да, вытащили ну, его. Кстати, ну хочу сказать, что виновник, черт, его зовут Олег. Он к нему, черт, ну, да, можно сказать, хорошо отнесся. Ну как хорошо? То есть он сразу признал свою вину, он не стал, хотя его друг, начальник полиции, он не стал ни отнекиваться, ни говорить, что там мог бы все русский, что угодно, свидетелей нет, немец. То есть он немец, посещал его каждый немец день, приносил, купил ему симку казахскую, оплатил полностью, так как он иностранец, ему нужно было там 69 тысяч тенге оплатить больницу. Он оплатил ему больницу, принес все, вплоть до нижнего белья ему вещи, все лекарства, которые там покупаются, у нас уже сейчас давно запрещено со своими лекарствами, там все со своими лежат. Вот, и все он покупал, приносил, то есть отнесся к нему хорошо. Мог... Порядочно. Да, по-порядочному, да. Ну а дальше, как бы вот, что решит страховая. А казахи написали, у него уши простежения, все, хотя у него перелом грудины. И... Да, почему ему дышать было тяжело, потому что у него были множественные ушибы вот, на голове рана. Ну, понятно, и там вот... гематомы начались. Олег, ну вот неплохо к нему отнесся. Там, единственное... Ну молитесь об Олеге, о Константине, чтобы Господь все устроил как должно. Еще у кого есть информация о болящих наших, о братьях, сестрах, да? Я не столько о болящих, сколько благодарения Господу. Я 3 недели не вставала. Вот за эти 3 недели нашей дорогой сестре на твой счет приходили денежки периодически. Я, со мной не все связывались, поэтому люди могут и не знать, дошли, не дошли. Я сейчас скажу эти имена. Это Сергей Сергеевич, Надежда Савельевна, Наталья Владимировна не знает. Потом Наталья с семьей, у нее супруг Сергей, сын Илья, вот дочь не знаю, как зовут. Дмитрий Игоревич, Игорь Евгеньевич и Галина с семьей. Вот Игорь Евгеньевич и Галина, они уже, и Дмитрий Игоревич уже по второму разу перечисляют денежки. Спаси вас, Христос, и низкий вам поклон, что вы не остались безразличными к немощи нашей сестры. Также подходили братья и сестры из нашей общины, я их имена записала, они просили, некоторые просили не говорить, поэтому я не буду называть. Пожалуйста, молитесь об этих людях. Спаси вас, Христос. Ну и продолжайте молиться, потому что сегодня она здесь, завтра она уже никакая. Угу. То есть день это дня разница. То она более или менее, то лежит, что называется, в немощи совершенно. Брата Сергия из Воронежа помните всегда. Его маму Татьяну тоже, чтобы Господь дал ей силы и терпение нести этот крест. Да. Ой, благодарю Господа Бога и братьев и сестер, кто молился обо мне. Я тоже сильно болела. Ну, по молитвам мне Господь Бог позволил. Я перенесла воспаление легких на ногах. Ну, все пока закончилось. Слава Богу за все. Аллилуйя. Крепость еще надвинулась. Да?
Всех тоже благодарю за молитвы. И хотелось бы, чтобы еще помолились, чтобы мне оформлять дом правильно, как Господу угодно. Ну слушай, лучше Господа и по Его словам делай, не по своему хотению. Вот так. Да? Согласна? Вот, да. Вот. Чтобы Господь вразумел, и чтобы ты услышала Его волю. Чтобы и меня вразумел, и всех, да. Кто в этом участвует. Да, да. Давай, Летина. И я благодарю, кто помнил, молился обо мне, тоже переболела. Ну, слава Христу. Аллилуйя. Всем. Аллилуйя. Всем. Как опьяняют себя те, кто не приходит на наши... собрание, на наше здесь вот общение, не приносит жертву угодную Богу. Во-первых, они не приносят эту жертву Богу, а для себя-то хуже делают, потому что они лишены этого общения, значит, они не знают наших нужд, они не приносят свои нужды сюда, потому что, наверное, думают, что сами справятся своими силами. Однако, как все-таки легче и проще, и приятнее вот знать, что о тебе беспокоиться, что ты нужен. А самое главное для человека – это быть востребованным. Когда ты востребован, тогда ты знаешь, что ты нужен кому-то, что в тебе нуждаются. Это самое лучшее, что для человека необходимо здесь иметь на земле. Никите передать, что он нам нужен, что мы его нужны. Вот молитесь о нем, чтобы Господь его вразумил. Я от всего суетного избавила. Да. Вот еще хочу сказать по поводу посещения наших храмов. Кто приходит, кто не приходит, кто в субботу пренебрегает прийти. Вот наша сестра Настя, ну это я вот знаю, она не всем это говорит, знает, может быть, Надежда, еще кто-то близкий. Она придет, а потом 2 дня болеет. Вот когда вы не хотите идти, ищите, находите, не ищите, а находите причину не прийти, вспомните об этом. Она 2 дня болеет, чтобы прийти в храм. Если у вас все полегче, вы приходите в храм. Ведь все непостоянно, сегодня читал, в проповеди читалось, и батюшка нам читал, все непостоянно, ни богатство, ни здоровье, ни успех. Завтра проснешься, ничего нету, побежишь в храм. И будешь ноги Христа лобызать. Не упускай этот час сейчас, этот шанс, когда ты здоров, успешен, богат, хотя бы в достатке. И помните Настю, несите ее на крыльях молитвы. Ей очень тяжело, но она стремится, она идет. Вы знаете, как она далеко живет, автомобиля у них нету. Даже до автобуса ей дойти, вот видите, какими это силами, какими это, ну даже жертвами, я бы сказала. За все благодарите, ибо такова воля Божия о вас, Господи Иисусе Христе. Да. Я хочу сказать, что поблагодарить всех, что мы семья, конечно, и можем обращаться друг к другу. Я прошу тоже за Люду помолиться, у нее еще не определен там диагноз. Она уехала домой на выходные, но там что-то ей заплохело. Вот. И еще я хочу за одну семью, они мои близкие родственники, они из баптистов, у них сложилось такое тяжелейшее обстоятельство. В семье много детей маленьких. И он муж-то, видать, надсадился с работой, и у него получилось еще там финансовые растраты, где-то кому-то, видать, поверил. Ну и непонятная ситуация, и они просто, эта семья в отчаянии. Конечно, у них есть родственники, не отставят, но чтобы сами. И звать Алексей и Татьяна, чтобы не отчаялись. Главное, чтобы не отчаялись, и Господь все устроит. Ну, к сожалению, отчаяние наступает, потому что очень тяжелейшие обстоятельства получилось в жизни. Спасибо. Да, не молодые. Еще 40 лет туда. Еще у кого есть информация? Пожелания, просьбы, благодарения. Игнатий, ну что вам слово?
Я попрошу Никиту Колесникова встать и рассказать, какое было решение в Думе, ты голосовали. Ты поточнее меня скажешь, а я потом дам трактовку его. Очень важное решение на прошлой неделе, вот это прошла Государственная Дума Российской Федерации. Как голосовали, я не видел никогда, но определенно голосование открыто. Открытую кнопку он нажимает. Это очень дорогое оборудование, писали тогда где. Нужно, чтобы проголосовали, принято было, должно быть 51 хотя бы процент. Здесь сразу, вот обычно, когда что-то заполняется, допустим, ролик записываешь, и туда идет синяя черта, а здесь наоборот. Вот сколько их там, она сразу ползет лента, как бы, и закончилась. 69,9 присутствовало, проголосовали 69,9, 100%. Второй поднимает вопрос, стоит он там за кафедрой, член Думы этой. И опять второй вопрос задает. Теперь осталось только утверждение президентом. Это имеет последствия. Так, Никита, пожалуйста. А то я себе не доверяю. Да я сам не очень понял, что там было. Там, в общем, смысл в том, чтобы обрести доступ к своим банковским средствам, в общем, всем людям в России, где бы ты ни жил, в общем, как-то там напрямую с банком будто не связываться, какой-то электронный учет. Я сам не понял, что там. Ну, так, а они там не рассказывали. На лоб будут ставить что-нибудь? Нет, ничего не будет. А, ну тогда ладно, ничего. Я думаю, что-то... Так, ты, Володя, можешь сказать? Да. Ну, о чем заботятся люди, которые бросают все и готовы бежать куда угодно. Все данные, и эти данные на всех людей, чтобы было. Все открывается. Вы, вот когда слышите... Применяйте к себе и заходите с позиции того человека, который там участвует и который предложение тебе делает вести такие законы. Тогда у тебя маленько будет представление. Они тоже рассчитывают, примут или не примут. Если не сегодня, то когда? Какая подходящая обстановка? Чтобы данные у них в банке были о всех людях, о всех. И особенно Дальний Север, который там где-то всех найти и не зашипировать. Нет, но все данные снять, человеку присваивается номер. И по этому номеру они легко ищут. Люди очень боятся. В каждом номере присутствуют 3 шестерки. Это уже все доказано. Я выставил материал, и написано «Суд над Антихристом». 16 человек. Ну, город какой-то, Североозерск. Приозерск. Как? Приозерск. Приозерск, только Санкт-Петербург где-то. Ну и они решили, что мы приходим пенсию получать, книжечка там и все, и по ней, как всегда было. А здесь... Именно данные твои там. Но они подали в суд и попали на такого судью, он бывший летчик-то. Никто и не ждал, что так будет. Он сделал запрос в самый центр, где это идет, налоговое. Туда никого не допускают. Но у нас и в любой стране самая последняя инстанция – это не президент, это суд. Суду и должен президент склонить голову. Он может подписать и решение там вынести, помиловать может, но больше ему не дано. И его точно так же могут судить. Суд. И вот судья оказался такой человек, его фотография у меня прямо в газету пришла, это, какого номера там, что. И вот он запрос сделал, как, конечно, говорит, там вздрогнули, как так? Какой-то провинциальный городишко, и запрашивает все документы. А он перед ними поставил 11 вопросов. 11. И дальше все замолкло, нигде нету. А они стучат... Рядом церковь, священник знает, молятся все об этом. Но не хотят люди, что этот номер, у меня имя при крещении дано было, почему я должен под номером жить? Эти люди-то не понимают. Ему надо теперь узнать. Они, когда запрос сделали, патриархия, они патриарху ответили, никаких шестерок там нет. И поэтому решение, которое принимало священное начале патриархии, оно основывалось на данных, которые прислали. Но это голословное было. Он потребовал документ. Откуда взяли? Когда появились эти штрих-коды? Кто их? И был ли какой-то вариант по-другому хотя бы, без этих шестерок? Или только обязательно с ними? 11 вопросов. Ну, если надо будет, мы потом прочитаем где-то. Я распространил это везде в интернете. Сейчас растаскиваю этот материал официальный. Люди, которые все по именам и фотографии даются. Ответ пришел. Пришел не сразу. 400 страниц. Это том. И все данные они ответили. Да, так, получили, ну да, там показывают на Америку. Варианты были без шестерки принять эти коды. Но почему приняли, никто не отвечает. Кто принимал, кто-то уволился, кого-то нету. И далее.
как эти шестерки расположены, под каким видом. И, а дальше он уже знает и приводит, что ну, вот написано 666, где-то Антихрист. Уже они сами там выходят. Это очень близко, поэтому люди поневоле опасаются, так это или не так. Заменяет ли это имя? И может ли заменить все данные? Он все данные заменяет номер. Не надо твоей фамилии, ни имя, ничего нету, номер. Я буду по частям говорить и указывать. Номер всегда был в лагерях. И дальше, тут же, прям сразу же, когда получили, сидит тоже важный человек, но к ним уже не принадлежит. И он сидит, да это что? Электронный концлагерь. Электронный ГУЛАГ. Это что сейчас будет везде? Я все выслушал, те другие стороны, и хочу дать ну, свои комментарии здесь. В первую очередь, имя никто не отнимает. Не то, что я за эти знаки, но это не соответствует действительности. Как раз номер и включает его. Но если номер дал, вот я посылаю посылки часто где-то, и сразу дают ей номер посылки. Ну, человек долго живет, сколько, номер его не меняется никогда. И этот номер после смерти другому уже нельзя присвоить. На одного человека и 100 раз еще земля будет жить, и всем хватит номеров. Вот там триллионы в квадрате и прочее. И вот следят за этим. Номер, да, но книги остались книгами. Название «Открытым оком» Новый Завет осталось. Штрих стоит тремя шестерками. Я сегодня ночью только получил несколько ответов, где получили наши книги. Ну, один заказ – 13 к истинному православию, 3 комплекта по 3 тома вот эти вот. А почему? У него там знакомая в монастыре. И она рассказывала, все благодаря интернету. Люди расположены, священники ждут книги. И он обязан с ними сфотографироваться. И сидит он, держит рядом жена. Ну, это не две книги-то, только от этих 13 где-то. Они остались те же, на них ничего нет. Он даже поставит еще из этого. И не в номере дело-то. Но они делают как... А ты думал как? Вот вы говорите, у меня погиб тот, вот у нас... Потеряет Андрей Устинов, у него жена, Ирина. И у ней родной брат, Соки приезжал, Захарий. Шел где-то вечером-то, и его машина задавила, по сиденье не нашли никого. Кто был в Тальменке, знает, у нас там близкий знакомый. Ты знаешь, Володя Толстов, он, Валентина Алексеевна знает. Задавили, никто, не, никто нигде, по сегодняшний день нигде нет. А там парняга был, кажется, как поддубный. Он даже приходил здесь. Нам хотелось бы, чтобы этого не было. Конечно. Человек вышел, ну тот самый Щекатило, убивает 50 человек, не могут найти. Нигде, все на ноги подняли. 51, 52. А другой там под именем Алексей, после, когда разоблачили, он брал только женщин, молодых. И садились в машину, а он работал в медицинской. Ни подозрений не было, он увозил, всех душил, все задушенные. Что там делал с ними где-то? Ну, вообрази, что это именно тебе. А другого убивал, и каждому проламывал черп, и веточку пытал, знак свой давал, ветку воткнутый-то. Наконец нашли, у того уже 80 убитых было. Ну, понимаете, люди не дождутся никогда и своих родных. Ну, мы все желаем, чтобы не было этого. Жизнь тихую и безмятежную. Как? Ну, тихую и безмятежную Павел написал, умер, а она мятежная, мятежи идут. Повторяют каждый год, и люди, миллионы людей имеют книгу, считают безмятеж. Мятеж – это революция, это бунт. И он возникает неожиданно и везде. Как это убрать-то? Ни один человек не скажет, если ему не подчиняют. Я не могу навести порядок даже в этом доме, потому что я там не живу. Есть люди, которые более объемно мыслят. Более пространственно. Они спрашивают, ты хотела, чтобы вот порядок был, туда у вас запирается на замок, в подъезде никого нету, все вы одинаковые, ну, сошлись такие. А чтобы во всем доме, а дом-то там сегодня какой? Так это нельзя. Можно. А если чтобы улица была? Ну, мы патриоты страны своей. Как? Становится в тупик. Я еду с председателем законодательного собрания Алтайского края, Лоур Иван Иванович. Ну, он учится, там, кажется, два уже университета есть, еще в Москве учится, что знаний, говорит, не хватает. Я говорю, скажите, Иван Иванович, вот ездили по Потеряевке там разбираться, вы все знаете, вы могли бы сейчас быть министром сельского хозяйства в Таиланде? Он говорит, да нет, это, я в Швеции, да нет, конечно, там другие растут овощи-то, не наши, культуры. Я говорю, а в Стокгольме есть институт управления миром. Управление миром, не на хозяйстве, не на работы, не поля распахивает, управление миром. И вот то, что сейчас есть, Первая, Вторая мировая война, сегодня планы открывает, как он на бумаге все было рассчитано, когда начать, что делать и как она пойдет.
И как Гитлера поставили на это, он решил не подчиняться, убрали его. Вот это все хотелось бы, чтобы не существовало, тем более на улице, или в районе, или в городе. Нельзя. И вот есть люди, которые этим занимаются, масоны называются, поступают. Давайте с их позиции посмотрим. Ну, они злодеи, они сатанисты, все правильно. Но у них мысль-то какая? Как сделать? И сегодня приборы показывают так, везде стоят наружное наблюдение, так как у нас он везде. Но оно с разных позиций. Люди выходят, вот, в день выходит, допустим, 50 тысяч одного метро. 50 тысяч людей, ну, разные. Бывает, человек переоденется, бороду отпустил, его не узнаешь. Сделал какую-то там операцию пластическую, его уже не найдут, а его ищут. Данные его есть. Фотографии есть. Сегодня фотографии снимают, во все данные запустили, и все это снимают. Так а метро сколько где-то? Вот это вот данное, подбородок, на какой высоте от кончика носа? Здесь сколько скулы, какой треугольник, какой угол? Все показывают. И система это быстро считывает, может быть, тысячные доли секунды. И когда зарядили, какого ищут, она должна дать сигнал. Вдруг сигнал, сразу посмотрели, он мгновенно сигнал, вокруг метров на 200 все окружено, человек взятый. Хорошо сделали? По-другому никак. Все должны быть на учете. Не идут, то террористы. И поэтому они говорят, которые там объясняют, кто не принимает, причисляется к террористам. А почему ты не принял? Ты чего прячешь-то? Ну ты же не знаешь этого. Я не поймите только неправильно, что я за номер это. Я поясняю, что чтобы понять, надо понять. Я сделаю сейчас небольшую вставку. Нам написано, Евангелие от Иоанна 5:39, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Исследовать надо, не читать только. Ну, трудно? Да, трудно. Это толкование. Толкование – это патристика, это вот таких вот томов, только маленько потолще, 300 штук. 300. Это Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Дрещанинов. Это патристика, патрология меня. Трудно исследовать, но тогда сузить до другого. Апостол Павел говорит, исследуйте самих себя, запятая, верили вы. Вот это объемно, по всему миру ты не можешь. Начиная от Адама, исследовать Писание. Но себя исследовать можешь. А как? Вот тот и вопрос. Самое-то главное это препятствие враг. Господь говорит на первом месте, отвергнись себя. Ни горы, ни власти, не убеги в пустыню, себя, а ты никуда не уйдешь. Один вот так же, все раздражался, наконец. И жена виновата каждый раз, ребенок виноватый, на работе виноватый. И везде из него нехорошие слова. Поступил в монастырь, вода далеко, нес перед самой келью, упал, вода там вся вылезла, и он тут же выругался. Лежит на песке и думает, а на кого я ругал? Ушел в пустыню, сосуд пролил, из меня вылилось то же самое, что и дома. Так вот отсюда надо начать, тогда будете понимать, что это такое. Я местами буду вставки делать, вот посмотрите, как сочиняются разные события. В одном месте написано, исследуйте Писание. То есть не знаешь, найди человека, знающего, учителя, задавай вопросы, у тебя все встанет на место. Но в одном месте Златоуст говорит, научитесь не задавать вопросов. Позвольте, до этого вопреки всего. А каких вопросов не задавать? Когда с нами что-то происходит, а почему я? У соседа пьют, гуляют такие. Почему машина задавила мою дочь, которая там на Олимпиадах выиграла? Это Конопата Нюрка рядом живет, говорит, это... Пишет Астафьев, как там было. Так вот, нужно научиться, что с нами происходит, рассматривать более пространственно. Женился по любви. Живет, идет с работы домой, жена его ждет, купил подарки, дверь открывает, она как тигрица его встречает. И сразу вопрос, да я с тобой ни разу так не поступал, почему? Златоуст, подожди, вопросы не задавай пока. Исследуй самого себя. В твоей жизни ты не поступал ли с какой-нибудь женщиной так? А она это ничего не знает, но она как скальпель в руке хирурга режет тебя, чтобы вернуть к тому и принес покаяние. Почему моя дочь обманута? Я подошел к этому отцу и спрашиваю, в твоей жизни было, что обманул женщин, обещал жениться? Да, было. А ты задумался? Нет, покайся, найди в мыслях своих слова перед Богом. Вот оно теперь идет. Вот в одной предварительное заключение берут, когда еще ни суда, ничего, взяли преступника, посадили. И они сидят, это КПЗ называется. Там работал Сергей Николаевич, его Гладких.
он ко мне не расположен, оказалось, я у него в подчинении, как говорю, этой. И вот они сидят трое и разговаривают. Один из них и говорит, вешают на меня, украл я 6 овечек. А зачем они мне овечки-то? Если бы одну, а то 6. Нет, я не виновен, да разберутся, выпустят. А другой говорит, ты считаешь так? А у меня еще хлеще, говорит. Говорят, я задружился с прокуроровой дочкой. И будто бы виновен теперь. Да я ведь глаза не видал. Странное дело. Третий говорит, а меня вообще обвиняют в убийстве. В убийстве? Тогда один и говорит, ну а может быть что-то в прошлом было. Было, говорит, я пас овечек. И мои волкодавы напали, там какой-то шел человек. Я видел, они его порвали совсем. Мог бы отбить еще, полечить. Но я понял, свидетель, я отошел, собаки его просто растерзали. Так вот это теперь на меня и падает теперь. Я там прошел, но теперь здесь. А тот говорит, ну так, если так по прокурорской дочке, так и я виноват, у меня было раньше такое, я девушку обольстил, а потом бросил. А этот сидит и говорит, шесть овечек, так вот они, где мои овечки выползли. У меня сосед был, мы распорили, мы овечек пас. Я взял у него эти ворота, он еще открыл, и вышли, и 6 овечек волки задавили. 6. Вот через 5 лет, говорит, 6, я тогда виновен. Это кто это сказал, вот это делал-то? Это очень известный человек, он гневливый был и прям силен. Это другой бы промолчал где-то. И вот здесь давайте вспомним, что подталкивает людей к тому, вот эти разные принимать законы-то. Не мы ли сами? Не мы ли? Ну, раньше-то не нужно было. Как а за всеми не следишь, считали, это высоко, если залезть, это легко видать. А другие говорят, если чем выше, тем хуже. Наконец бинокль изобрели. За всеми не следишь. Он зашел в комнату и не видать. Никто не знал, как можно за всеми уследить. Теперь мы знаем, как. Все данные. Везде стоят вышки. И везде все время считывают. Считывают, ну, не надо даже говорить, с какой скоростью. Только-только где-то нажато, и уже все там есть. Вот мы начинаем переписываться, а человек в Австралии. И мы, я только написал, все, то он получил, тут же дает ответ. Я на другом работаю здесь же, на канале, там в Америке. И у нас только вот так вот. Марина там, почему не спишь дальше? Плотникова где? Так вот этот закон, я к нему возвращаюсь, подтолкнули к этому закону мы, простые люди. Когда жили не так, как есть, и следить нельзя, обманывали, как ребятишки в лагере. Что бы ни сделали, никогда не согласятся. Они быстро высчитывают, а кто уехал? А уехал дробот Ваня. Теперь все на него будут валить, потому что он-то уехал. А он и не виновен. Вот. А здесь определенно маршрут каждого человека будет, вот как он ходил, петлял, это все у них на карте. Мне один зашел и говорит, а вы знаете, что потеряевки кадастровый номер там присвоили? Я говорю, нет, он говорит, вчера только. Я говорю, а почему? А я работаю по-земельному, под Москвой-то. И мне показывают, с высоты птичьего полета, вот так показаны, потеряевка, дороги, все сфотографировано. Я вижу дорожки, куда идут, и где мы там плотины делали, все. Вот уже все это делается. Теперь смотрите. Вот мы, я нахожусь долго в интернете, работаю. Но вот сегодня я встал, ночью, сейчас еще, кажется, не было, и все уже больше не прилег. Это у меня предварительно утренняя почта разбираю. Сейчас. И с каждым днем все больше людей подходит. Потом они говорят, как мы вас нашли канал. Я подумал, как живут люди неправильно. Вот была бы православная деревня. Заряди, и сразу православный деревню Потеряевку. Выскочила перед ним. А дальше, он говорит, я уже зашел на ваш канал и увидел, что вы говорите, что неправильно крестят. А как я крещен, не знаю. На меня страх такой напал. Его звать Роман. Я его никогда не видел, он это под Москвой. Вчера только он вышел. Ну и он теперь молится. А я-то молюсь, Господи, эти труды, чтобы дали плоды. Я вообще пространственно молюсь. А он конкретно в храмы нигде не крестят. Ну, Господи, хоть один храм укажи, и чтобы священник деньги не брал еще нужно. Другой согласился, заранее просит деньги, заранее. Потом мне пишут, не дал, я говорю, тогда куда едешь? Да я на юг еду. Езжай на опор, доплати деньги. И там вышли все монастырем и крестили в море. Они вот это обливание абсолютно не признают. Ну, так обман, нет погружения-то никакого. Этот человек молится, я не знаю. Молится, газету берет или где-то в интернете. И один там говорит, мне нужно вот наше здание, которое
снять с воздуха. Есть такая, как кто в лагере у нас был. В прошлом году приезжал Василий этот, Лапкин тоже, племянник мой. И он, вот такой тарапланчик маленький, он как, у него там 4 мотора, кажется, он поднимает кверху, он стоит, нажимает, куда его подвинуть, идет крещение, он сверху, теперь его направил на деревню, на дальний конец, она там летит, а он стоит здесь и все смотрит. Все это видно. И она сделает тебе снимков, сколько надо. И тот в заказе написал, нужно снять нам. Ну, а там аппарат, он $1000. Это не 2 рубля. Он говорит, я сразу по телефону, поэтому туда связался и пошел. Прихожу, а это храм. Я еще, кто давал объявление? Выходит священник, я давал объявление. А у вас аппарат? Ну вот аппарат могу сделать. А у вас купель есть полное погружение? Говорит, построили недавно. А вы можете покрестить без денег? Разговоров нет. Вы посмотрите, как одно за другим идет. Он не знал, где это. Газета печатала, она не знала, что здесь будет... Не деньги только, а душа. И он приходит, и вчера вышел вечером уже, и ребенка показывает, и говорит прям, ну, мне кажется, прям со слезами, что как я нашел, и благодаря тому, что нашел на вас. И поэтому сегодня заранее сказать, что у нас было несчастье где-то, где Надя тут это, вот, мы не знаем ничего. От чего большего Бог избавил. По этой дороге только что, может быть, погиб кто-то. И вот когда начинают говорить, научитесь не задавать вопросы Богу. Господи, ты знаешь, мы молились, и просто так не было. Теперь покажи мне, если тебе угодно, в прошлом, где я виноват, чтобы покаяться мне. Чтобы другим дать пример не делать этого. Вы понимаете, о чем говорю? Теперь перехожу на то, что этот закон, который, он практически уже принятый. 2 проголосовали, на 2-й там они как 2 ступени. Теперь уже за голову тебе просто собирать подписи. Подписи принимают, когда 100 тысяч только. Ну, кого ты убедишь? Он говорит, письма ваши, которые пишете, думают, а их никто не читает, они не распечатаны, выбрасываются. Так что на это сильно не надейтесь. Они видят, о чем просят. Я написал туда, мне сразу ответили. И благодарность пришла, когда я выдел просился помочь на президента. Ответ пришел с печатью, поблагодарили, что так заботитесь о государстве и прочее. Я не ветрено говорил, я буквально собрался уже. Здесь они это делают. Еще раз прошу прощения. На меня со дна вешат только за то, что я говорил. Подумайте, почему это. Если бы все жили не преступления, ничего не было. Были бы, как в Америке. А в Америке только в одном Нью-Йорке за один год убито 1821 человек. 1821! Это полк! Вот и все. Не как в Америке, не как в Германии, не как в Святой, не бывшей Руси, а как Богу угодно, чтобы Дух Святой преобразил человека, чтобы он чувствовал голос Божий. Вот об этом надо молиться и говорить, тогда все эти вопросы исчезают. Ты будешь только думать одно, как бы не потерять связь с Богом. Вот 3 дня назад мне один говорит, а человек знатный, преподает в государственном университете, в академии, при метрополии работает, подошла женщина и говорит, сестра потерялась, какую-то страшную, деструктивную там такую секту попала и уехала, и найти нигде не можем. Что ей сказать? Этой, которая сестра верующая, а у ней сестра потерялась. Я отвечаю, я не прозорливый и не пророк, но я знаю средства. Средство – это молитва. Иметь связь с Богом. Ты, она придет к тебе, да, ты скажи, мне не открыто, я буду молиться. Назначь на месяц. И я сразу же, она говорит еще, он говорит, я сразу стал молиться, тут же за столом. Сижу за компьютером и сразу стал молиться. Господь что-то сделает, а месяц же ничего не будет. Ну скажи, не открыто, давай еще на 2 отложим. Так, увеличивай, поскольку будет. А совсем не откроет, а ты не обещай. Скажи Богу как угодно, он открывает через 20 лет. Как Исааку. 19 лет неплодная жена, а закон через 7 лет нет детей, можно развестись. У Юрия. 20 лет он не развелся и родила. Да родила-то еще и 2. Ну, поэтому то, что сейчас здесь делается, не спешите колебаться. Сегодня люди заметались в пустыню уйти куда-то в тайгу. Зайди вовнутрь тайги, чтобы поросло в душе у себя, разберись там. Оказывается, я пошел узнать, там 7 номера, у нас у общины есть, нет? Я думаю, нет, пошел номер определенный, я узнал, какой номер, ИНН у нас присвоенный. А мы знать не знаем. Имя не исчезает, это обман.
Имя никто твое не трогает. Им для счету. Это автоматика. Скажут, он за это. Люди боялись паспорта не брали. Боялись картошку садить, чертово яблоко называли. Картофельные бунты были. Но когда случился неурожай, зерна нету, на одной картошке вылезли, сразу давай расхватывать, лучшие сорта делать. Стукнет еще поближе-то, и будете искать. А без этого номера ни деньги там не положить, ни взять. Покупаю, может, это не знак Антихриста. 666, вот здесь в каждой книге у меня есть страница 666. Да что? 666? Вырвать ее. Еще, ты сдурел, что ли? 666 километр как? Объехать. Но ты уже боишься, ты не Бога, а боишься цифры. Я, ну, примеры говорю, вот 666, что ты будешь делать? Это уже дальше Бог разум отнимает. Надо, ну, жили-то люди не два года. Ну, Адам дожил 666 лет, и что делать теперь? Жить, не жить? Есть люди, которые цифру 13 не любят, говорят, чертова дюжина. В Англии 13 этажа нету, 12 сразу 14. И 13 квартиры нигде нету. Так боятся. А почему? На 13 месте в алфавите стоит буква М, морталия, смерть. И как бы ни прилипла она ко мне. Мы уже понимаем, что не в этом дело. Ну давай, со всех сторон у меня 13 гусей, 13 голубей, еще они живут 13. Осталось 6, если 6, значит, никакого влияния не имеет. Так и к человеку. Вот это вот то, что на прошлой неделе это было. Я посмотрел, как сразу люди считают кранты. Все теперь. Это ГУЛАГ, это ему сказали ГУЛАГ. А кто сказал, то он тоже наставлен чем-то, кем-то. Не просто так. Сегодня сколько конкурентов-то? Грудинина выдвинули коммунисты на место голосовать там 18 марта будут в следующем году. Ну, Путин надоел уже всем. Задают вопрос, они ни один не могут ответить. Ну, Собчак там это вышло. Сама собой не разберется-то. Ну, и она тоже. А какая программа? Крым отдать сразу Украине. Не был в Украине. Это Хрущев, самодур охватил его. Никогда не был украинским. Ну, что ты? Ну и дальше там войска куда вывезти, там нас, девчонка там отдала. Маленько-то хотя думайте. Программа нет, а что? Из Сирии вывезти, осаду убрать там, осада эту. Ну и что дальше-то будет? Территория-то вся опять попадает тем, которым по-другому надо жить. Понимаете, вы никуда не склоняетесь. А за кого голосовать? Я никогда не голосовал и не голосую. Я просто усиливаю молитву. Мы Новый год не справляем. Но сегодня мы постараемся в 12 часов встать, поблагодарить Бога, что жили. Это никакой роли не играет эта дата. Это искусственно. Во Вьетнаме это летом начинается. В России начинался 1 сентября. Было 1 марта. Это искусственно все. А какой правильный стиль? Вот как по-старому, по-новому. Ну, правильно, по, если брать по-астрономически, правильно, по-новому. Старый стиль на 30 суток отстал. Он был Юлием Цезарем, языческим императором. А это Григорианский, это папа римский, верующий христианин, высчитали он его. Уже склоняемся к новому стилю. Вы меня спросили, я ответил. Ну, праздновать будем мы, конечно, по-старому. А старый стиль у русских-то. А русских церквей, не русских этих, православных, автокефальных, я не знаю сколько, было 15, сейчас больше. И только 3, которые придерживаются старого стиля. Там сербы, кажется, грузины, у них там тоже эти есть. Русские 3 или 4, все. Все остальные русские, эти, если православные, уже празднуют по-новому. А правильно? Если меня просто спрашивают, отвечу. Конечно, правильно. А вас неправильно? Неправильно. Потому что высчитано абсолютно точно. Посевы, все это смещать, это по сельскому хозяйству определяют. Поэтому не спешите колебаться умом. Как бы от нас постного послания Павел говорит. Не спешите. Расспросите. Я ни за что не агитирую. Просто говорю, исследуйте самих себя. Законы принимаются для верующего. Нет закона. Перечисляют, вот сегодня перечисляли, какие злодейства, а для верующих нет закона. Зачем мне этот закон, там, который вот, преследует других? Мы этого не делаем, у нас нету. Там вот соседа убили жену, вот прям рядом. Он пошел за хлебом, пришел, ее зарезали уже. Вот крысо рядом, которое. Ну, милиция приходила, только спрашивала, вы не знаете, не видели. Оказывается, парнишка тут пропал. А к нам претензий нет никаких, они нас знают. И подозрения не падут на тебя. Если и попадут, Господь допустит. Это для того, чтобы ты больше его прославил. Мы не знаем, где сцепляется одно событие бывшее, сегодняшнее и будущее. Бог показывает. Я вам рассказал о тех, которые сидели, и оказалось, каждый виновен.
не спешите говорить, я лучше другого, у него так, а у меня вот так. Бог, где он, как он смотрит? То есть сотворивший глаз неужели не видит? И сотворивший ухо неужели не слышит? Поэтому все разговоры о болячках, все сведите к тому, чтобы люди эти исследовали самих себя. Попали в аварию, исследовали самих себя. Исследуйте, научитесь не задавать вопросы. В первую очередь принять, тебе, Господи, это угодно, я молился, я вышел, благослови Господи, отрекаюсь сатаны, всех дел, всех ангелов его, всей гордыни его. Перекрестил, пошел, попал под аварию. Ну, я вижу, что Господь что-то хочет для меня, в первую очередь. А ты, глядя на меня, тоже подумай, когда пала башня на кого-то, там, считает, Господь говорит, не покаясь, все так же погибнете. Вот. Научитесь так мыслить. Ты просишь, а дом, оформление, а у Господа что-то другое может быть приготовлено. И ты равно должна приготовиться, известие будет другое. У язычника одного он выступает трибун, и в это время гонец прибежал, война шла. Говорит, у вас два сына на фронте, он говорит, да, один погиб. Он говорит, какой? А он венец стал надевать уже, он первое место занял там в ораторском искусстве, он сразу венец поднял. А какой? Да ваш любимый, говорит, старший. А я знал, что он смертный. Венок надел, и все, и дальше пошло. И я и знал. Но теперь еще раз держать волосы, корябать лицо свое, родименький, на кого ты покинул нас? Да у Бога все вымерено. Их могло не быть, ты могла не зачаться, не родиться. Что ты с Бога требуешь? Он горшечник, а ты горшок. Не властен ли Господин сделать как угодно? Ты молилась, ты яд не подсыпала мужу, нет. Вот я преследовал, не пускал, его нет, уже следа нет. А ты все ходишь, улыбаешься. Почему? Божье дело сделано. Потому что все молились, как освободить тебя от этой тяжести. И поэтому, когда говорят, вот так жена там поступает, не так, где-то там. А у него в это время, я говорю, где вы познакомились? Да, в Уганде. А как ты туда попал? Да, командировка была туда, ну, авария самолета сели. А с той стороны приехали из Англии. Она экскурсовод. Познакомились. И женились. Не, совершенно не знали. Любовь все разгляда. И муха на всю жизнь. Она уже через день от него сбежала. Он в Англию сразу съездил один раз за ней. Она другой раз. И ничего не сделаешь. Он говорит, так наше-то государство не здесь. Ну, он где-то там, около Уганды живет. А что сделать? Ничего нету. Мусульманин знает, что делать. Ее сразу там уж не найдут и привезут. Как ее привезти? Упаковывать или нет? А что упаковывать? Голову ее. Мы льдом обложим, чтобы она целенькая была, привезут тебе. Ее уговаривать никто не будет. Она совершила разрыв. Мужу дана власть, а ты за мужем, за. Сзади. Ты не можешь даже письмо послать, пока аминь не поставит муж. Я рассказываю, как должно быть. А сегодня этого нету. Ну, можешь переписываться с ними, узнавать. Если они, вера есть, это не сделает. Заботьтесь, чтобы искренне, настоящую Христову веру люди имели. Тем более мы имеем веру православную. Сколько у нас учителей? Ты обратись в молитве к ним. Господи, помоги мне, пусть или святые, или Божья Матерь как-то сердце мое расположит, чтобы я понял, почему это, не возроптать. А тут так, что не по нам, прям буквально ума лишается человека. Начинает. Инсульт. Маленько погодя, глядишь, скопытился. Ну и что? На чем ходил? Какие каблуки были? А если бы только Бога благодарил и сказал, Господи, как ты здорово мне напомнил. Вот теперь я увидел, кто я есть такой. Богу нашему слава. На веки. Аминь. Спасибо, Христос. Еще хотел к этому же дополнить. Вот, но все у нас постепенно происходит. Господь сказал вот Адаму, говорит, смертью умрешь, как вкусишь. Ну, там прошло сколько времени, не знаем. И вот Ева передает Адаму, вкушает. И Адам еще 935 лет живет. Вот и смертью умрешь. Казалось бы, смертью умрешь, он должен, как у нас показывают обычно, раз и упал и умер. Поэтому, вот глядите, как у нас события интересно происходят. Вот все, что будет касаться нас с вами, верующих. Извините, да? Да. Да. Я поклон брата передаю, он у меня на хозяйстве сейчас. Ну, а от себя за молитвы. Да, да, да. Ваши святые. И забрали, в том числе молитвы. Помоги Господи вам тоже. Помоги ему, Господи, за его в тяжелой ситуации. Помоги ему, Господи. Да, Слава Виктору, дай терпение, разумение, как правильно себя вести. Да.
Ну что, завершать будем, наверное. Песнопение, трапеза и занятия. Занятия будут? Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Еще не сказали, что матушка лежит, матушка Людмила лежит в больнице, в железнодорожной больнице. Лечит суставы, но после еще у нее там обнаружена язва. Так что молитесь и посетите ее. А еще я увидела объявление от молодежного общества, может быть, своей молодежи, верующей кто-то, чтобы если дома там пьянки, гулянки на Новый год. Сегодня будет новогодняя служба для православной молодежи. В Никольском соборе ровно в 12 часов начинается служба. Чтобы, ну вот кто дома, чтобы не быть пьяными родственниками, если не пьяными, ровно в 12, да, они приглашают всех на новогоднюю службу. Будет там священник и собирают вот кто молитва, да. В Никольском соборе. Не знаю, пока еще не знаю. Я еду в больницу, почищаю в больницу. Пообедать сначала. Пока сказали.